говори, когда работаем. Все, поехали. Поехали. Значит, я сильно переживал. 1 марта 2012 года стрельнул в висок наш депутат, мой друг с детства, Миша Куликов. И с Олегом Дороганием, с поэтом со Смоленска, он сочинил эту песню. И он сказал, говорит, спой Михаилу, Геннадий, ты его полностью обелишь, говорит. Реабилитируешь. Если этот депутат выживет, он обязан быть твоим другом и спонсором. Вот так сказал Олег Дорогань со Смоленска. Поэт. Про Куликова? Союз писателей, да. Да, это гон. Стопудово. И вот Олег по телефону мне это передал. Миш, а тебе песня? А. Песня посвящается Михаилу Куликову. Да, вот, другу детства. Вот. Ярый город Ярцево, яркий на события, обретаю я его. С певчей силой дерзкою запускаю дроби я, а сейчас вселенскую я охвачен скорбию. Трезвый или спился, я в или мистерии, слышу, застрелился депутат нашу мэрии. Что не доставало, чем он был обижен, или денег было мало, или был кем-то унижен. Был директором всех автобусов, жил, живи, не жалуйся. Контролируй случай. Самые лучшие женщины, пожалуйста. Самые лучшие женщины, пожалуйста. Костя, у тебя есть? Самые лучшие женщины, пожалуйста. Это гон. Самые лучшие. Самые лучшие женщины, пожалуйста. Вон вагон. Вон вагон. Вон вагон! Был мужик широким, пропилем, для народа щедрым. Был он! Но жадиной! До срока у небеса и недры был народом признан. Королям коррупции 100%. Бросил он свой вызов, бросил он свой вызов. Пусть поберегутся. Плачу под гитару я. Надо разобраться, почему сценарию